Всем добрый день. Вот и настал наш наконец-то пятый день. Давайте посмотрим, что у нас происходит с сильнейшим выжившим. Мы закончили в том этапе шестые, получили 800 кристальчиков, 25 штучек интересненьких, боевых. Так, ну что, давайте по сильнейшему выжившему пробежимся. У нас сейчас 853, у нас сейчас идет все улучшения без ускорений. И Kill Event, убийство бойцов. Торопиться нам пока некуда. Что у нас по общему результату? 380 миллионов, 120 не хватает до второго места. Но так-то неплохо, мы можем забрать второе место. Достаточно приемлемый результат. Что у нас сегодня на повестке дня? У нас сегодня на повестке дня прокачивание бойцов. Где она? Вот она. Увеличите мощь строительства, мощь технологий, увеличите мощь выживших плюс 30 очков. Ну что, посмотрим, что у нас по опыту. У нас по опыту 130 миллионов. Здесь у нас 210. Давайте, наверное, начнем с развития. Нужно закончить с маги. У нас тем более много накопилось уже золотых медалек. Нужно потратить, наверное, их на маги. Что у нас там четвертое дает? Увеличивает навык прирожденные садоводы. Еще 1800 останется прилично. У нас все равно пока некого прокачивать. Юджина у нас пока не хватает. Зоуи нету. Поэтому закончили с Мэгги. Так, эти на максимуме. Давайте вот эту поднимем. В общем, прокачивать нам много тут предстоит. Всего. У нас их тут много накопилось. Сейчас посмотрим, сколько мы очков насобираемся всего с этого. 162 миллиона. Оп, сразу 26,8. В основном из золотых книжек, видимо. Так, золотые начинают заканчиваться. Тогда нам нужно подкачать, наверное, Сидика. Потому что там поменьше нужно золотых этих штучек. Все равно в ближайшее время некого, не в кого их вкидывать. Давайте на 49-м остановимся. Так, он еще и повышенного уровня у нас стал. Оп. Все, есть еще кто-то. Так, Кэрол есть повышенный. Давайте улучшать и смотреть, что получится. Много, на самом деле, героев для повышения. Так, нам нужно закончить вот с этой вот женщиной. Мы ее сейчас обменяем на 9 штук. Чтобы она стала 450-10. Все собрал сотого левела, чтобы мы могли... Так, у нас опыт заканчивается. Две книжки сейчас используем, и будет много опыта, да? 55 миллионов. Фиолетовых-то там вообще 32к. Куда их копить, непонятно. Все, чтобы у нас пуль меньше использовалась на все различные постройки. Так, что у нас тут еще интересного из фиолетовых есть? Нужно всех фиолетовых как минимум поднять. Куда-то же опыт надо девать. Будем девать его фиолетовых. Там неприлично так, конечно, требуется опыта-то. 82 миллиона уже осталось от 200. А мы подняли, блин, два героя. И все, опыта нету. Максимальный уровень. 45 миллионов осталось. Представляете, 150 миллионов. А подняли Мэгги на сот, на 10 левелов. Сару на 10 левелов. Ну и парочку героев, вон даже Кэрол до 70-го не подняли. Так, что у нас тут еще по героям есть? Есть кто-то, кто у нас еще в приоритете? Стройка максимум, тут стройка максимум. Зеленых можно всех до полтинника выкачать, но в этом нету никакого абсолютно смысла. Так, давайте вот этого еще водяного. А, мы его не можем. И тут мы его не можем. Ну все, тогда водяной без прокачки. Кто у нас еще остается? Я думал, будет все дольше, оказалось все очень-очень быстро. Так, тогда Донну надо прокачать немножечко. Я думаю, миллионов 10 можно потратить. Мало ли нам потом кто-нибудь выпадет еще. Ну вот, 65 уровня. А, отлично. Так, это мы только с развития со 150 миллионов получили почти 30 миллионов. Неплохо. Так, давайте перейдем к бойцам. Давайте поднимать бету. 2,4, очень хорошо. Бета до сотого. Есть. И Лидию. Мне прям Лидию надо выбить 50 штук на самом деле, чтобы я ее мог прокачать. Так, все. Первый отряд у нас пока на максималочках. Оп, сразу мне тут предлагают закупиться.
Так, это прекрасно. Мы немножечко подняли первый отряд. Осталось Лидию только теперь вкачать. Что у нас по героям дальше? По качеству. У нас есть опыт, нам нужно вкачать тогда Зика. Куда-то же опыт надо потратить. Почему вы его не потратите в Зика? Так, 90 Зик. 21 миллион еще остается. Нормально, нам хватит, если что, опыта потом вкачать. Хватит и 64 миллиона. На Лидию. Хватит. Все. Зик 100 уровень. Вообще просто прекрасно, я считаю. Очень хорошо. Оп, сразу Зика 2600 стало. Можно было бы еще, конечно, Джареда поднять, но пока нам опыт нужен, и мы его пока поднимать не будем. Так, давайте сразу по Мэлу прокачаем, чтобы общий поднять, общую ценность. Так, у нас тут еще принцесса. И у нас еще тут Иисус. Все. Мы потратили всю прокачку. Мы набрали там порядка 30 миллионов. Очень, я считаю, неплохо. Оп, сразу медальки нам предлагают прикупить. День выживших. Навыки им прокачали. Это прекрасно. Ладно, заберем, чтобы уже не светилось. Так, ну что, по сильнейшему выжившему в итоге у нас 40 миллионов. Мы третий. Очень хорошо. Теперь нужно кого-то будет сжечь. Самую основную задачу мы свою выполнили. Теперь можно идти кого-нибудь сжигать. Жалко, Лидия, конечно, у нас до сих пор не сотая, но тоже неплохо теперь. А, кстати, просыпаюсь я такой, а на меня такая атака просто. Минус 10 тысяч, 11 тысяч раненых, 1700 потерь. Я думаю, прекрасно. F1 был на стройке, меня просто Т-10-ми сожгли. Ну, соответственно, все золотые экировки, все Т-10-ми. Я такой думаю, какая красота. Ну ладно, думаю, с кем не бывает. Ну ничего, мы еще отомстим. В общем, было больно, неприятно. Вот еще тут лечение на 2600 осталось. До сих пор не вылечились. Будем отлечиваться и пойдем сейчас кого-нибудь сжигать. Нам нужно набрать много очков.